Накануне в 22:30 в отделе полиции Бузулука раздался звонок. Очевидцы сообщили, что Ленина обезглавили. Хулиганы орудовали в центре города, в парке имени вождя. Молодые люди решили помериться силами. Забравшись на постамент, они начали отжиматься на руке революционера. Гипсовая скульптура не выдержала таких издевательств. Уже утром памятник осмотрел глава Бузулука, после чего скульптуру отправили на реставрацию. Обсудили уже утром с несколькими политическими партиями. И депутаты, я думаю, выскажутся. Мы, конечно, возмущены этим актом, значит, и сделаем все возможное, чтобы памятник восстановить и реставрировать. По словам свидетелей, хулиганов было 6-7 человек, а на вид им примерно 17-18 лет. Случившееся зафиксировали камеры видеонаблюдения, сейчас их изучает полиция. Действительно, там была группа молодых людей, никаких лозунгов, никаких призываний к чему-либо, этого действительно не было, это установлено. Если действия молодых людей квалифицируют по статье «Уничтожение и повреждение памятников истории и культуры», то им грозит штраф от 20 до 50 тысяч рублей или лишение свободы на 2 года. К слову, этот памятник уже не раз попадал под руку гуляющей молодежи. На него забирались, разрисовывали, но такой инцидент произошел впервые. Возможно, после восстановления памятник изменит свое местоположение и переедет на улицу Ленина. В последнее время по стране прокатилась настоящая волна по уничтожению памятников, в том числе и вождю пролетариата. По данным ВЦИОМ, 77% россиян выступают за то, чтобы сохранить скульптуры Владимира Ильича Ленина. Большинство людей считают, что это наша история, которую мы должны беречь. Алина Лебукаева, Татьяна Коваргина, Петр Горьков, Сергей Попов. Новости дня.